тебе, Фред, нормально валит вокалист Эрик Адамс? Момент на 3.46. Спасибо, знаешь, посмотрим. Денег, конечно, да, ведь звук с пульта. Не, валит нормально. Я одно время Мановар слушал, но утомился. То есть это такой эффект тоже, да, что все песни одинаковые. Все, типа, мы сейчас придем к вам в город, зарубим здесь просто максимальный металл, все будет в металле там и так далее. Есть свой прикол, свой эпик, да, тоже орлы мочки заводятся. Кожа, крепких тел накал, короче, все как надо. Но мне поднадоело немножко, честно. Реально какой-то очень одинаковый.